Телефонный мошенник наказан. Прокуратура Октябрьского района поддержала гособвинение по делу жителя Самары, промышлявшего в нашем регионе. Мужчина звонил пенсионерам, представлялся их близким родственникам, сообщал, что сбил человека и теперь ему грозит срок. После перезванивал, уже представившись следователем, и предлагал решить проблему за деньги, подкупив свидетелей. Требовал злоумышленник 200 тысяч рублей, но по итогу соглашался и на меньшую сумму. Как правило, жертвы перечисляли на его счет от 30 до 100 тысяч рублей. Следствие доказало 6 совершенных преступлений и еще 10 покушений. По совокупности эпизодов любитель тревожных звонков получил 4,5 года лишения свободы. Ранее мужчина уже отбывал срок за аналогичные преступления. Все звонки бы осуществлялись на стационарные телефоны, то есть, вероятнее всего, номера были из телефонных справочников, которые ранее были в городе Иванове. Потому что все жители, все, кому он звонил, это граждане от 60 до 70 лет. Звонки осуществлялись им, как правило, в позднее вечернее, ночное, либо раннее утреннее время, чтобы человек был именно разбужен звонком. Соответственно, проще было вводить его в заблуждение.